Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 января 2015 года, и сегодня я хочу сделать очередной видео-ответ на ваши вопросы, которые вы мне задали на моем канале в YouTube. Первый вопрос мне задала Светлана. Расскажите, пожалуйста, как успехи у вашей супруги с языком, есть ли сдвиг после приезда в Апольда или нет? Я очень переживаю, нам с мужем язык дается нелегко, и у меня складывается впечатление, что я его никогда не выучу. Итак, Светлана, отвечая на ваш вопрос, начну с того, что я вам забыл в предыдущих видео сказать, что когда мы приехали во Фридланд и получали там вещи, нам вместе с вещами выдали вот такие вот словарики Wörterbuch. Это Euro Wörterbuch Russisch называется он. Russisch Deutsch. То есть русско-немецкий словарь, в котором все как бы написано. Вот. А теперь по поводу вашего вопроса. Моя жена пошла учиться 24 ноября 2014 года. У них курсы начались и будет учиться до 17 июля 2015 года. Вот. Как бы когда вообще она язык немецкий не знала и начала его изучать, когда мы готовились к шпрах-тесту еще в России. То есть вот мы ездили на курсы 3 месяца, потом сами дома готовились 2 месяца к Stadtdeutsch 1 и успешно сдали этот тест с первого раза. Набрали я и жена по 7-6 баллов. Второй уже момент, когда начала продолжать учить немецкий язык, это здесь, когда мы приехали сюда и пошла на наш правкурс. Вот. В сравнении того, что было изначально, она не знала язык, и сейчас она уже может разговаривать на различные темы, бытовые темы. Так что я думаю, что сдвиг есть. И у вас тоже будет, Светлана, не переживайте насчет этого. И вот хотел вам сказать, по каким учебникам они здесь учатся в Шпрахшуле. Вот это первый учебник, Шритте плюс Айнс. Вот этот учебник, они по нему уже прошли обучение, они по нему учились с 24 ноября, как я говорил, по где-то, наверное, 10 или 15 января. Все, они этот учебник прошли. И потом мы им выдали следующий учебник. Это вот такой вот Шритте плюс Цвай. То есть это Шритте плюс Айнс, это уровень А1 был. А вот Шритте плюс Цвай, это уровень А1, А2. Сейчас они проходят обучение по этому учебнику. Различная грамматика у них идет, так что все нормально, движется в нужном направлении. Вот. Так что, Светлана, вы не переживайте, у вас все получится, у вас будет все хорошо. Вам сейчас самое главное, как я понимаю, сдать шпрах-тест уровня А1 в стране исхода, а уже потом, когда приедете сюда, вы получите бесплатный шпрах-курсы и будете здесь учиться. Как я говорил, уже полгода у меня жена будет учиться на этих шпрах-курсах. Если по истечении полгода ваш преподаватель посчитает, что вы будете не готовы сдать на B1, потому что сдается B1 после полгода, то вам еще добавляют бесплатно 300 часов, чтобы вы могли подготовиться более лучше, и потом идете сдавать очередной раз B1. Так что всего вам доброго, всего хорошего, задавайте свои вопросы, смотрите мои видео. Всего вам доброго.